Так скоро? Ничего себе! Это же нужно уже вовсю готовиться! Где моя шляпка прикольная? По-моему, неплохо смотрится! Ребят, а вы уже догадались, что это такое? Да, у нас скоро в школе будет Хэллоуин! А еще я хотела бы украсить свою комнатку! Так, где мой наряд ведьмочки? Вот он! Моя юбочка с паутинкой! Была еще белая кофточка где-то! А где она? А, вот же она! Сейчас я все это надену и посмотрим, как будет смотреться! Так клево! Я думаю, у меня будет самый крутой костюм на Хэллоуин! Кать! Фу! Боже мой, что с тобой случилось? Никак в ведьму превратилась? А что на руках за веники такие? Ты пол будешь подметать, что ли? Ха-ха-ха, Макс! Вообще-то скоро Хэллоуин, а это мой костюм. А на руках это типа такие длинные пальцы с ногтями. Ничего-то ты не понимаешь, я целый год этот костюм готовила. Ой, слушай, прикольно! Можно я теперь тебя буду ведьмочкой называть? Ха-ха, маленькая ведьмочка Катя! Нет, нельзя, это только для Хэллоуина. А ты, кстати, в чем пойдешь? Я не знаю, Кать, я об этом еще не думал. Хорошо, давай тогда, как только я украшу свою комнату, я приду к тебе и мы что-нибудь придумаем. О, круто, слушай, спасибо! А чем ты будешь комнату украшать? А я уже все купила. Смотри, у меня есть вот такие страшные тыковки, а еще гирлянда с паучками. Ух ты, она что, даже горит? Конечно! Я сейчас попробую. Вау, какие прикольные пауки, Кать! Слушай, а ты не могла бы мне их отдать, а? Я бы все над кроватью повесил. Ага, а я как буду? Не-не-не-не-не, нужно было самому копить и покупать что-нибудь на Хэллоуин. А еще у меня есть огромный 3D-пазл, который я тоже хочу сейчас собрать. Катя, у тебя так здорово будет! А можно я перееду к тебе до Хэллоуина, а? Ну, пожалуйста! До Хэллоуина? Ну, не знаю, если не будешь храпеть. А, да я же не храплю, ты что? Отлично! Так, давай пойдем собирать этот пазл. Ого, тут тоже ведьмочки, тыквы. Слушай, прикольно, как будет сейчас. Во, мама удивится, заходит в комнату, а тут тыквы, пауки. И ведьмы. Так, ну что, давай собирать-то. Давай, сейчас только на рукавники свои сниму, а то в них будет неудобно. Ага, давай. Слушай, если я все равно буду жить пока у тебя в комнате, я принесу тогда свое привидение. Оно будет как раз в тему. Вот, смотри, какое здоровское! Макс, крутое! Только главное, Дианку и Даника перед посещением моей комнаты нужно будет как-то подготовить, чтобы они с ума тут не сошли! Ага, это точно! Ого, сколько тыкв! Ага, прикольно! Что тут еще есть? О, это, наверное, самфон. Да вроде бы. О, это карусель с ведьмочкой. Да, как же это все собрать-то, Кать? Сейчас попробуем. Смотри, Кать, я уже установил стойки. Молодец, давай дальше разбираться. Давай. Макс, держи меня крепче, я могу упасть. Да держу, Кать, ты только давай побыстрее, я долго не могу. Сейчас, здесь нужно скрепить. Так, ну вот уже что-то похожее. Куда будем вешать гирлянду? Гирлянду будем весить по всей комнате, пойдем со мной. Катя, все в порядке? Да, Макс, все готово. Можешь включать. Отличненько, сейчас. Вау, как здорово! Вся комната в паучках. Кать, а выключи свет, посмотрим, как в темноте будет. Ага. Слушай, это просто волшебно. Если еще свечки зажечь, а где мое привидение-то? О, забыли самое-то интересное. Макс, нет, давай хотя бы не у кровати. Ночью проснешься? Ой, ну да, чревато. Давай тогда поставим вон туда. О, здесь стало отлично. Зажигаем свечки. Кать, у тебя готова? Ага. Ну все, здорово. О, Кать, в этом прикиде ты отлично вписываешься в свою комнату. Эх, мне тоже нужен какой-нибудь страшный костюм. Макс, я же тебе пообещала, сейчас что-нибудь придумаем. Ой, мне кажется, или в доме пахнет чем-то горелым. Что Макс там опять делает? Макс, ты опять проводишь какие-то эксперименты? Нет, у него не пахнет, но где-то точно пахнет чем-то горелым. Ужас-то какой, что здесь происходит? Какой-то шабаш ведьм прямо. А! О, Катя? Макс? Что вы тут делаете? Постесняюсь спросить вас. О, Кать, смотри, мама оценила. Мам, мы готовим комнату к Хэллоуину. А это Катин костюм в школу. Обалдеть, слушайте, вы это все сами что ли сделали? Так здорово. Только свечки я попрошу вас затушить. Это пожароопасно. А в остальном... Комната стала просто прекрасна. Какие гирлянды. Ой, это еще и пауки, что ли?
С ума сойти, слушайте. Я к вам можно отправлю Дианку и Даника? Им как раз было нечем заняться. А здесь... Да, мам, отправляй, конечно. Мы сейчас будем костюмы на Хэллоуин мастерить. Ну и здорово, молодцы. Еще Данику и Дианке что-нибудь. И тогда Хэллоуин пройдет на ура. Ну что, ребята, вот такая история. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Даринелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Очуменно.